Отдельная зона для приема физических и юридических лиц теперь удобнее, утверждает Нурлаци. Тем более бюро занимает площадь в 300 квадратных метров. Отличает межрайонный филиал и свой подход к организации работы, в частности, к тому, как хранится архивная учетно-техническая документация, которая ведется уже на протяжении века. Здесь все у нас есть. Вот это, эта государственная структура, чем она отличительна? Это очень дорогое, конечно, дело, да, это накладно. Посмотрите, у нас все ведется еще в электронном архиве. Это электронный архив, и помимо того прочего, мы ведем полностью подшивку. Это занимает время, это деньги большие, но у нас в любой момент подними, у нас вся история есть, вся история, вот, например, какого-либо дома, какого-то здания. 90-летний юбилей отметит в следующем году Нурлатский элеватор. Равиля Кузюрова интересовал рабочий процесс в лаборатории, ответственность за сохранность сырья. На старейшем предприятии Нурлата сейчас хранится почти 80 тонн зерна. Очень важный момент, конечно, да, довести, то есть сохранить до момента поставки, да, продукции до покупателя. Глава остался доволен внутренней отделкой нового бизнес-центра. Однако Равиль Кузюров предупредил, что здание прежде всего должно быть функциональным. Алсох Медянова, Резида Гиняева, Рушат Залялов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».